Здравствуйте, дорогие друзья! Уже очередной раз я пытаюсь запустить эту игру, а она меня шлет нахер. Я думал, уже нужно переустанавливать игру. Оказалось, нет. Какие-то файлы начинали выделываться. Но мы, как говорится, легких путей не ищем. Присаживайтесь поудобнее. Мы будем проходить такую интересную игру, как Меридиан 157, первая глава. Мы пролог с вами прошли. Оказались в прологе в лифте, лифт остановился. И что же мы должны делать? Правильно, дорогие друзья, выбраться с лифта. А чтобы посмотреть, как мы выберемся с лифта, приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. С вами Казуко Фэмили, дружочек. Присаживайтесь поудобнее, делайте чаечек, кофеечек. А мы приступим. А всем приятного просмотра. Фух, надеюсь, я правильно все сказал. Ну, ладно. Вот. Лифт не работает. Тот самый лифт. Поднимаемся наверх. Видим красивый вид. Главное, чтобы на нас не упал Гордон Фримен. Здесь мы находили монетку. Открыть лифт. Нам требуется всякие херовины. Ну, тут без гайдов никак не получается. Ага, всякую херню. Бегать ее как-то. Но понял. Вот так вот нужно делать. Бегать вот ты. И все, походу, да? Ой. Открылись. Инструмента нет. Горячий пар преграждает. Ого. Ага. Ох, нихера тут путей. Обосраться сразу. Чего только. Офигеть. Праздник к нам приходит. Закрыто. Так. Это не поможет. А тут у нас тупик. Центр управления. Grand Control. Make it on. Что такое? Лампу, что ли, нет? А пароль-то мы не знаем. Так. Опа, она. А лампу-то мы уже видели. Где она была? Может, еще тут полазить?
Ох, нифиг. Тут не поспу... Кис. Так. А, подожди. Ремонт мой. Ага. Компьютер. Опа-на. Ох, я не знаю, почему выделывается бандикам, блин, в прошлый раз он в этом моменте просто это... наотрез отказался, блядь, работать. Бесит меня эта программа, блядь. Здесь в этот раз, блин, будет все нормально. Так, тут нам нужно картину отрезать, также символы узнать. Здесь у нас символы, мы их тоже узнали. На фотик нужно посмотреть. Так. Угу. Что это нам дает? В коридоре с лифтом? А. Можно и так. Ага. Это что ли? Шестьсот девять. Так, а от чего мы взяли ключ? Так. За... Подожди. Ух ты, блядь. Сколько тут дверей? Чё, в какую дверь топать? В эту дверь, да? Ладно. Фу-фу-фу, дорогие друзья, я не знаю, это, короче, вообще полный абзац.
Понятно, что сюда что-то нужно поставить. Еще бы это найти. Вопрос. Подвал. Что-то мне кажется, если мы пойдем в подвал, пойдемте в подвал. Так. Это понятно. А дальше подвала что-нибудь есть? Блять. Тут тоже надо что-то решать. Чувак, мне кажется, в этой жизни ты много чего упускаешь. Чего? Серьезно? Я должен как-то... Пиу. Чего, блядь? Пиу. И чего? Ни хрена не понял, но... Че? А как у меня в тот раз что-то загорелось? Чё за... Блядь, а можно заново сброс? Допустим. Хлоп. Хлоп, а дальше подожди. Хлоп, 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 хлоп. Может. Ага, что ли? В смысле нет? Чего, блядь? И как это работает? Ай, блядь. И чё? И музыка, блядь, прекрати. Чего? Стоп. По-моему, нет. Нет. Ого. Как-то... Нет. Нет. Mm-mm.
А как у него все загорались? Блядь, да ёбаный в рот! Чего? Чего, блядь? Он нажал сюда, дальше. Ага, он перекинул. Допустим. Эту он зажег. Допустим. Я проебал, допустим. Блядь. Нет. 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 Я не успеваю. Офигенно, нафига нам молоток? Вопрос. Куда мы гвозди будем забивать? Так. Куда нам возвращаться? Так, он... Еще один сраный кубик я не заметил. Бывает. У нас тут предохран. Ага. Что за хуйня? Фух, я просто в шоке от этой игры. Просто в шоке. В том, как она работает. Фух, и как она меня, блять, стебет. Так, а что нам тут делать? Блять, капец, у меня сейчас просто терпение лопнет. Так, а на кухню нам нельзя? У нас тут кастрюля, да?
стоп. Понятно. Так, диван мы не осматривали, да? Опа-на. Тоже что-то, да? Мы ни хрена не запомним. Короче, народ, я чё решил? Короче, так как... у игры проблемы... записи почему-то... я, короче, сделаю... по-другому и посмотрю, как этот вариант будет работать. Но я тут не знаю, как эти крутилки крутить. Будем думать, что делать дальше. Так. Тут у нас есть какая-то хрень. Сейчас мы посмотрим. Вот она, что это. Что это такое, да? Но это нам ничего практически не дает. Здесь мы вроде все. Опа-на, стоп. Вот как, короче, нам нужно расставлять, да? 3-3. Подожди, а какой там цвет был? Синий? 3-3. Стоп. 3-3. Зеленая 5-2. Ой, подожди. 5. Блять, останови. 5-2. 6-4. 6. Нет. Пакет с сахаром. Ага. Ну, хотя бы так. Только пока что непонятно, что с этим делать. Водой. Стоп. Кран не работает. Очень интересно. Кранчик у нас не работает, да? Кранчик. Еще два пароля, А и Б. Чего? Не понял. Эти точки тоже непонятные. Добавьте воды в большой контейнер. Чего?
Кого он там, блядь, добавил? Что он там нашел-то? Не, ну то, что он там нашел, это понятно. А чё я профукал опять снова? Когда? Тут ничего я не вижу совсем. Ага, понятно, часть насоса. А чё здесь я мог профукать? Хорошо, допустим, мы на кухне. Чё мы могли на кухне? Профукать. Под телевизором? А что-то может быть-то? Под телевизором. Я просто, видимо, слепандя. И как их расставлять? Каким-то определенным способом, да? То есть мы должны брать... Ага. Окей, это понятно. Так. Сейчас он тогда их вставит. А в каком же порядке их тогда нужно вставлять? Надо подумать. Где там была фотка? Так. Алан какой-то. У него было 5. Причем тут 5? А, 5 в смысле, наверное, сюда. У Саламона было... По-моему, 2. У какого-то Симона было 3. Симон, это, наверное, вот этот. Стоп. Тут их много, да? 1. Какой-то Том Ханан. 1. Походу. У Томи было 3. 3. Серьезно? Два. У Симона Болота какого-то. Ну да. У Симона Нила было 3. А, 3. Симона Нина 3. Симона Нила 3. У того Волота 3. В смысле 3, подожди. У Нила 3, Симона Нила 3. Так, подожди, что-то я неправильно где-то расставил. Надо смотреть. Так. У Джона Холота 1. Кого, блядь, Джона Холота? Или Том... А, Том это, наверное, Холод.
Он что тогда неправильно расставлено? Подскажите, пожалуйста, нам. Ну. Так. А, у Тома какого-то омота. Один. Окей. Да давай быстрее решай. Так, у этого хрена два. У Аарона три. АЛ три, да? Блять. Кто там еще остался? У этого Симона Эна 4. Да блять. Там, блядь, не этот. И у этого СВ. СВ 4, что ли? Точнее, 5. Ёпарасоте. И чё это дало? Так, играет такая интригующая музыка. Ключ, блядь. От чего нахуй? Так. Ни одного пока... Нет. Мне эти цвета ни о чем не говорят. Совсем. Так, ладно, мы можем спокойно разговаривать. Я переключился на таком режиме в игре. Иначе должно быть все нормально. Так, у нас походу. Походу я понял. Так. Так, так, так. Молоко. И чё? А, тут получается кто-то спрятал туда, куда не надо, да? Окей. Дальше. Да я понял, что биток должен быть размещен. Так. И что нам получается нужно? Ага. Шестигранный ключ. Шестигранный ключ. А куда он нам может пригодиться? Серьезно? И чё? Куда получается предохранитель-то? Стоп. А где он эту хрень нашел? Не пойму.
Блядь, я не заметил. Пока нам не дают играть, что ли? Не пойму. Скомбинировать мы пока не можем, да? Может реально в подвал вальнуть? Нам же пока вроде... все-таки дают. Подожди-ка. Тогда возвращаемся назад. Ага. Теперь нам нужно сделать как... Так, это можно удалить. Это нет. Так, 950-61. 95-61, подожди. 95-61. 784. 784, 23 и 10. И чё? А дальше? А дальше чё? И чё? Что в смысле семёрка? Почему семерка указана? И чё? Слушай, я понимаю, что правильно, а дальше-то чё? Ну, 10, 3, 7. 10, 3, 7. А что это мне даст? Не понял ни хрена. Стоп, а куда это в смысле? Не понял. Местоположение 10, 3, 7. Подожди. 10, 3 и 7. 10, 3 и 7. Нет? И чё? Цвет. Или 7, 3, 10. Подожди. 7, 3, 10. Как это решается, ёб твою? Вот это прикол. Ну, дартс указан с бильярдом, это понятно. 10, 2 и 3 и 7. Чего, блядь? Ну, допустим, а дальше? 6. Ты серьезно? А у него какая? Чувак, решай, ну, чё у тебя? Стоп, подожди. У него вот так, а дальше? Так. И так.
Так. Так. Опа-на. Нифига себе. Так, откуда я знаю, чё к чему и почему? Чего? Но я тут ничего не смогу, наверное, сделать. В любом случае. Фотик. Фотик, настало твое время. Так. Нет, тут ничего теперь. И куда идти? Сюда? Вопрос, куда? К телеку? А, мы же предохранитель открыли. Так, может тогда предохранитель ставить в ту хрень? Я думаю. Раз он... Нет. Розетка, блядь. Так, розетку мы, значит, ставили. Тут еще одна головоломка. А была она здесь? Да. Ага, значит, первое это раз, два, три. Правильно? А дальше как решать? Или нет? Потом. Как оно решается вообще? Кто-нибудь объяснит? Чего? Один. Я бы нифига не понял. И чё делать? Да. Попадос. Обосраться, объебос. Вот это головоломочки у нас тут. Блин, чувак так долго объясняет, блядь, я просто в ахуе, я, блядь, засну нахуй. Просто. Чувак бы уже показал бы, а не просто там. Так. Подожди, он почему-то нажимает сначала на эту. Допустим. Потом он нажимает на эту. Допустим. И все. И он опять что-то объясняет. Очень понятно, аргументировано. Будем думать, что это просто тупой рандом. Так. Сейчас еще последний раз. Это, потом это. Это, потом это. Ага, а дальше? Нифига себе. Заначка. Окей.
капец, мы только полчаса сыграли, якобы по прохождению. Еще прилично играть, в принципе. Так. Куда валить-то вообще? Был бы интересный вот вопрос. На кухню, что ли? Нет. Ого. А что мы можем сделать? Чё? А-а-а, вот где воду можно набрать. Ёпарасоте. Теперь можно, короче, херачить походу на кухне, да? Я прав? И ставить воду. Нет? Я угадал. Так, а что там было сказано в этом? Это не то, подожди. Это тоже уже не нужно. Так, подожди. А, добавьте воды, смешайте сахар, спирт и удобрения. Так, подожди. Где это? Что это такое? Сахар, спирт и удобрения. Окей. И что там еще дальше? Нагрейте смесь до кипячения. А как нагреть? У нас есть спички? Нет? Зашибись. А, гаечным ключом еще это. Так, мы сделали топливо. Так, а где там был гаечный ключ? Стоп. По-моему, в жилом помещении, да? Лопасть вентилятора. Ремень провода. Ага. И куда мы направляться должны, подожди. Это я понял, что горючее кончилось. Сейчас мы это... постепенно сюда, наверное, продринкаем. Окей. Генератор. Розетка. Но тут мы ничего не можем сделать. Мы здесь сделали... Так, отсюда что тогда можно? Ага, трос. Он работает. А как его теперь закрепить? Нет. Панели управления насоса, удлинитель. А куда, в смысле? Подожди. Все, блин. Так, как это теперь работать должно? Электричество, статус. А дальше? А, мы осушили ту херню, походу, да? Ту херню. И чё тут? Вот и головоломка. А, Б, С, Д, Е. Угу. А, Б, С, Д, Е. А, Б, С, Д, Е. Если бы я еще знал, как это решается. Метла, в смысле? Где ты, блядь, там метлу увидел? Где он там метлу нахер увидел? Ага. Тут нахер закрыто. Хорошо, если тут закрыто. А, тут еще, блин, дверь. Подожди.
Метла. Ну, это понятно, что тебе не до сна. Фонарик. Зашибись. Так, путешествие было долгим, но я наконец-то приехал на этот объект, подождав некоторое время на Аляске. Я очень рад начать свою карьеру в этом учреждении, хотя мне не ясно, какие именно исследования здесь проводятся. Я продолжаю вспоминать, как я вообще был принят на эту работу. Мой профессор физики ко мне подошел и убедил меня, что этот опыт, как он выразился, на всю жизнь. Я полагаю, что это место похоже на сверхсекретную военную базу. А может, еще секретнее, потому что никто не знает о его существовании. Я познакомился с двумя другими новичками, Саймоном и Аароном. Нормальные ребята, только немного замкнутые. Очевидно, мы должны пройти ориентацию перед тем, как отправиться на главный объект, который, как я выяснил, называется просто Лямбда. Ха-ха. Гордон Фриман. Надеюсь, это не займет много времени. Я хочу снова встретиться со своим профессором и начать исследование. Ясно, все как обычно. Сенди В. Ага. Дальше. Какая ванна это заперта-то? Так, ну ту головоломку я вообще не знаю, как решить. Так. Весело. Чё? Три квадрата? А, 529. Ага. А как его теперь вычистить? А, 529 мы уже узнали. Стоп. А если посветить? Посветить нельзя. Значит, для игры это нелогично, да? Нифига себе фокусы. Ну да, обыкновенный туалет. Согласен. Вот оно теперь для чего все это, да? Ладно, давай попробуем. B810. Значит, у нас еще есть, осталось C, а B значит висит. Ага. Это мы не знаем, как решать. Ага. Так. А что нам тогда скажет главный герой? Подожди, 529 это А. Так, а если А у нас 529, Б у нас 810. Ага. И что это нам должно дать? С дверями ванных комнат? Тут же ничего вроде бы нет. Какими ты ванными комнатами хотел это? Чего? И что это даст? Мне это нифига ничего не дает. Я не знаю вообще, как думать об этом.
Вот я не знаю, лезвие вентилятора куда применять. Я поздравляю, что ты что-то там надумал. Но это мне практически пока что ничего не дает. Это надо потом прибавлять и равняется общее это. Так, подожди. А это у нас походу... А может и нет. А может и да. Чего? В смысле? Это положение, что ли? А другое положение какое? Вот как оно решается. В смысле, в середине? Так, подожди. Оно вроде как сохранилось. Я, короче, понял. Я не сразу допер. А ну... А вторая дверь как показывается? Середина, низ и вверх. Середина, низ и вверх. Серьезно? Блять. Середина, низ и вверх. Опа-на. У нас тут ноты. Ой-ой-ой. Ноты. И где мы должны играть, по-вашему? С нотами. У нас же еще вот эти символы. Так, ну насчет дверей, по-моему, уже символы не нужны. А вот теперь, походу, вот эти символы, они нужны. А вопрос, куда их применять? Прикинь, это мы уже решили, чувак. Так. Стоп. Он якобы это сфоткал. Сейчас он откроет. А дальше? Блядь, я про прошлое помещение я уже забыл, но вот не знаю, нужны они или нет. Эти прошлые помещения. Не, ну если мы уже тут уже шароёбились, в принципе, по факту. Может, уже не надо сюда? Но сейф мы тут открывали. Здесь тоже. Машинное отделение. Ой, подожди, а вот эти АБЦ, мы же узнали эти коды. Бля, я забыл. Сейчас. Так, сюда, по-моему, да? А где эта херня была? Подожди, она была здесь. Вот она. Мы можем открыть 529. 20
9. Б. 810. Так, подожди. Ого. Так, только вопрос. Водосток для душа? То есть... Душ у нас... Здесь? И... Давай. Куда эта металлическая ручка? Вопрос. В кладовке? Подожди, кладовка, это что? Нет, подожди, кладовка. Кладовка. Где у нас кладовка? Это подвал. В подвале может быть, значит, ничего, да? Жилые помещения. Электрическая комната. Так. Машинное отделение нам разве сюда? Машинное отделение. Ну, сюда надо что-то вставить. Это не то. Это не то. Пальто. Так. Это не то. А где тогда может быть... Кладовка, это что-то... Вот я тупой. Еще тупее, блин. Я так и понял, что это подвал тут, блин. Пока разберешься. Так. И что мы достали? Ножовка. Окей, а для чего нам ножовка? Лестницу в жилой комнате. О, лестницу, блядь. Я уже запутался. Чё за лестница, блядь? Лестница. А чё за лестница? Жилые помещения, что ли? Подожди, а для чего мы это делаем? Вопрос. И чё? Окей, ты взял лестницу. Для чего? Вентиляция в душе. Ты реально хочешь выбраться... По вентиляции. А чё там? Ебануться. Ты хочешь реально поменять? А куда? А ты уверен, что сюда? Что тут? А куда? Слушай, а куда валить? Просто тут. Я понимаю, подожди. А ты где? Куда попадешь-то?
Тут же все засыпано, блядь. Что это такое? Пульт. Окей. А можешь ты... Хорошо, батарейку ты подобрал. В гнезде карты ключа? В смысле? Какой в гнезде карты ключа? Подожди, а куда он пойдет? После того, как... Стоп, что, блядь? Давай. Ну, крипово. Ничего не скажешь. Подожди, а ты обратно залезть можешь? Или нет? Подожди. Что это за помещение? Электрическая комната? Подожди. Ох, ебать, копать. Е. А, вот и АБЦДЕ, что ли? Офигеть. Офигеть. Сколько здесь головоломок? Первичное электричество. Так, подожди, а откуда я знаю, что мне именно сюда? Тут что, ничего нет совсем? Подожди, насчет батарейки, в принципе, это понятно. Подожди. И что нам обязательно теперь... Ядрен батон реально копаться с этой херней? Подожди. Окей. Я взял 4 каких-то провода. А вот нахрена они нам пригодятся? Вот это... В гнезде карты. В какой гнезде карты? Я что-то... Нихера ничего не могу понять. Ёпарасоте. Так, подожди. У нас был... Чего? А, вот. А должна быть красной. Б должна быть синей. С должна быть желтой. Так, подожди. Окей. Е. Теперь мы должны в Ешке как-то по-другому сделать. А вопрос как? Вот это вопрос. Так, подожди. Красная должна быть... Чего? Ну?
А, Б, С, Д, желтая. Так, подожди. Это типа все правильно или чё? Б. Ага, все-таки сюда. Окей, а дальше? А зеленая куда? А, точнее, синяя. А потом? А, синяя на желтую. Так, теперь идем к CDE, что ли? Подожди. Да. Теперь нам надо что-то решать с CDE. Так. CDE. Ага. Чего? Что-то не так, что ли? Подожди-ка. А, все-таки. Желтенькую делаем сюда и сюда. О, отлично. И что дальше? Да блин, какое гнездо карта? У нас же сейчас не это, не гнездо карта. Так, подожди, а что теперь? Какую головоломку? У нас две головоломки. Какой идти-то надо? Теперь с этой. Ага. Третья. Не понял. Как в мелодиях, них это серьезно? Вот оно как. А, там же знаки указаны, секунду. Так, стоп, а как увеличивать? Желтый знак 2, что ли? Или нет? Треугольник на четверке. А это кто там последний остался? Звездочка на вышине, что ли? Или нет? Или я немного туплю, а квадратик? Где квадратик? Чё? Там же, где этот, что ли? А почему они вот на нижнем уровне остаются, не пойму. А, на втором уровне. Окей. Интересно. Интересно получается поворотики. Поворотище. Так. На тройке. Ага.
еще. Сейчас разберемся. Так, на тройке. Чего? Ну. На какой стороне ты покажи? Это мы уже поняли, что в дотах подсказки. И чё? В смысле? А, загорелось, а я как дурак что-то жду. Так, подожди. Имеется в виду это, что ли? Переключатель. Нифига себе поворот. Так. И чё там теперь нужно делать? Нет, не здесь. Как нам тогда нафиг выбраться? Через канализацию. Что ли? А. Нет? Да ладно, подожди. Окей. А что дальше-то? Чё? А чё это дало? Подожди. В смысле, в гнезде? В гнезде карты ключ. В каком гнезде? А, тупость. Я тупой. Так, а куда возвращаться тогда получается? Не сюда? Или сюда? Нет, подожди. А, ну сейчас нету смысла. А как вернуться? Стоп, сюда что ли? А, ну да. Так. Не сюда. Не сюда. Нет, подожди. Тоже не сюда. Стоп, а откуда я знаю этот пароль? Я ж пароль не знаю ни хера. Так, подожди. Тоже не то. Стоп, что? Компьютер включился. Опа. Опа. Стоп. Опа. На дискет у нас пока нет. А в какой... Подожди, а какой сейф? Подожди, а какой сейф мы отперли? Подожди. А, компьютер.
Это мы сделали, подожди. Дешифровать. Окей, а какой сейф? Там что ли сейф или где? Вот интересно, а какой пароль? А я ж не знаю нихера пароль. И чё, имеется в виду что ли? Чего, блять? Но это ж не может быть паролем. Так, стоп. Нет. Нет. Это вообще не то. Пальто. Тьфу ты, блин, я тупой. А, уже нельзя. Там только останется это. Забрать уже штучку эту. Так, подожди. Дискета. Окей, мы ее забрали. Теперь осталось ее вставить. А в смысле? А как это? Как это работает? В смысле? Что за тупость? Как они могут одновременно? Подожди, а как я их вместе-то поставлю-то, блядь? Они ж вместе двигаются, блядь, что за тупость? Офигеть, вот прикол. Офигеть, а как это решать, когда их три? Чё, реально издеваетесь? Это ж вообще... А... Подожди, а не так, как я думаю? Да ёб твою ж мать! А как? Подожди. Как? Не, ну это реально пиздец. Да в смысле?
Ебануться. А как это сделать? И... Ну, допустим, вот так, а дальше? Я знаю, так. Чё, блядь, вправо? А чё это... А чё это мне даст? Понятно. Офигеть. Ага, вверх оба все. Опять вверх. Назад. Вправо. Охереть, блядь, загадки. Да ёб твою мать, сколько можно двигать? Вниз. Ну. Понятно. Охереть. Блять, ну быстрее, тут уже следующий уровень. Вверх. На сколько-то позиций-то? На все. Ну ладно, окей. Чё, блядь? Ага. Угу. Понятно. Так и думал, что до конца.
Вниз, что ли, блядь, или куда? Ну да. Подожди, а как у него? Как у него получилось? Стоп. В смысле? А, в смысле, имеется в виду. Да ни хрена. Так, подожди, а дальше? А, вниз, если я с этого. Окей. Ага. Так, в связи с возможным нарушением режима, произошедшим на прошлой неделе, мы предприняли... В частности, мы удалили сетевой браузер всех компьютеров, подключенных к сети. В результате 514.13. Значит, надо записать. 514.13. Да, блядь, ручка! Сука, пиши, блядь. Да. Второе. Нам нужны новые сотрудники. Не забудьте нанять студентов. Ага. Инженер-механик. Понятно. Кого-то используют для чего-то. Печаль. Это мы уже узнали, да? Дверь машинного отделения. А, это в ту дверь, короче, в которую теперь можно войти. Так. 514.13. И? Или это не машинное отделение? В смысле? А какой код? Не понял. Блять. А, как планеты, что ли, были расставлены? Фух. Решить. Давай. Взял кран. Кран. Кран, кран, кран. И что это нам дало? Серьезно? Опа-на. И теперь у нас включится лифт, да? Лифт, лифт, лифт. А что, всем можно включить?
Нет. Вот так прикол. Первый. Второй. Опа. Третий. Четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Так, надо запомнить. Первый, второй, третий. А, нет. Второй, третий, четвертый. Второй, третий, четвертый. Первый. Второй, третий, четвертый, первый. Нет, пятый не подошел. Первый, второй, третий, четвертый, первый. Нет. Первый, второй, третий, четвертый. Нет. Первый, второй, третий, четвертый. Нет. Первый, второй, третий, четвертый. Первый. И последний. Оп, оп. Кажись, лифт открыли. Так, а как нам к нему вернуться? Лифт уже должен работать. Офигеть! Это, получается, мы делали для того, чтобы активировать лифт. Серьезно? Подожди, вентилятор пропал, это понятно. Стоп. Чё тут? Ручка. Кого, блядь? Ящика. Чё за фиг? А я откуда знаю, что это за херня? Ух ты, нихуя себе! А я откуда знал, как это решать? Прикольные горы. И что эта карта нам дает? Карта этого острова? Серьезно? Сириус мазефака? Офигеть. Какие-то, блядь, координаты. Так, а чё? Отвертку вентиляции в какой? Ну, это понятно, подожди. Да я откуда знаю, как это работает, бля? Вы чё? Гоните, что ли? Вентиляции. Вопрос. В какой? Понятно. Так. Мы открыли или нет? Алло, ну в смысле? Я понимаю, что ваш там вентилятор пропал, а дальше-то? Как? Как ты его сможешь открыть, алло? Ты же его не можешь открыть. Я в шоке. Так.
Хорошо, вентилятор заработал. Что за бумага? Загадка в ящике откроет сейф с помощью угловых кнопок. Каких? Каких угловых кнопок? Стоп, подожди. Может просто применить? 1, 2, 4, 3. Один, два, четыре, три. А что это мне должно дать? Что это вообще реально должно дать? Вопрос. Пока что я... Чего? Так, все-таки надо будет эту хрень решать. Мне это не нравится. Блин, ну тут совсем чуть-чуть осталось. Так. Ну. Окей. Двигаем. Вниз. Окей. А дальше? Вниз. Ага. Чё? В смысле? И что это дает? Два. А, тут спрятано. Понятно. 1, 2. Теперь вверх. Ага. 2. Ага. И 4, походу, да? Это что, вот в эти клав... Один, два, три... Что там было? 1, 2, 3. Я походу понял. Подожди. 3, 3, 1. То есть 3, 1, 3, 1. А там сколько было? 3, 1, 3. Там 2, наверное, было. Или нет? Подожди-ка. Я запутался. 3, 1, 2. А, и 2. Блять. 2 и 2, что ли? Один, два, три, четыре. А что? В смысле, что неправильно? А как их сопоставлять? С чем? В смысле, а как их сопоставлять-то? Серьезно? Да вы гоните.
смысле, а как их сопоставлять-то? Да, интересно, но пипец как запутано. Блин, да давайте, блядь, как-то сопоставлять, а? Я вообще в шоке. Как? Народ, подскажите, пожалуйста. Фух, запутано. И объясняет он долго. Хотя видео не длится очень много, долго, точнее. Игруля, ты будешь объяснять, что происходит? Как это все сопоставлять? Бля, чувак, давай уже. Будешь объяснять, нет? Да, мы с этим ничего не сможем с краном, походу, сделать. Там же кранов не хватает. По факту. Ну. Ага, так. Три я так и сделал. Там сопоставил, точнее. Ну. Или в определенном. Так, подожди. Мы сначала это все не трогаем, да? Значит, делаем это. Раз, два, три, что ли? Потом. Тьфу ты, я идиот. Так, по-моему, один. Ну, да. Да. Трубный ключ. Я так понимаю, что теперь мы можем крутить. Отлично. Так, а что ж нам... А как теперь нам сделать это все? Три, четыре, один, два. Ладно. 4, 1, 2, окей. Опа-на. А дверь-то, получается, открылась. Стоп, чего? Не понял. В смысле? А, он немного запутался, типа, что ли? Так. Ебать, копать, еще одна головоломка. Вы серьезно? Так, дверь поезда заклинила. Дальше мы продвинуться не можем. А в котельной подсказка есть? Канал 83-92. 83-92. Окей. Так, его, наверное, тоже надо сфоткать, да? Ладно. Пульт дистанционного... Управление, да? А как мы ее решим? Ладно,
Установите канал первого телевизора на 8, второго телевизора. А как? А как я это сделаю? Подожди, а что делать надо? Так, подожди, а что тогда делать с телеками? А, тут чуть-чуть осталось. Ну, что с телеками делать, алло? Там же было 8392. Ну и сколько ты поставишь? Чего? Я же так и ставил. 92. Ну. Опа-на. А как часы-то? С часами-то чё? Чего я что-то проебал? А ну подожди. Сектор. Приз на барабане. Чё-то я немножко запутался. Так. Ну.
Один, два. Сейчас, подожди-ка. Один, два. Три. Три. Ага. 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 Так. Домкратыч. Ключи. Понятно. Так. Время мы, походу, уже знаем, да? Нет. Нифига. Время неправильно, а какое время должно быть? А какие они на покерном постере? Подожди. С 9. Нифига. И сколько должно быть? Так. Давай, чувак, побыстрее, в принципе, объясняй. Непонятно, непонятно. И куда это выставлять? Ясно. Так. И чё? Так. Чё тут у нас? Ключ, да? В смысле, топка. Где там топка была? Так, подожди-ка, подожди-ка, топка, топка, топка. А чё в топку нам надо? Так, а почему он назад пошел? Подожди, куда? Сюда, в котельную. А чё в котельной не так? Стоп. А, угли, а чё с ними делать? Точнее, как их забрать-то? Ну и как мы угли заберем? Допустим, угли есть, а как их забрать? Чё?
Тьфу ты, я что-то туплю. А где там рядом он был? В смысле? Подожди, а где мы его замечали-то? Стоп, вопрос. Он есть рядышком или нету? Стоп. Чего? А где он это все нашел? Так, подожди-ка. А, вот. Подожди, а где это? Выгребалка. Вот она, блядь, лопата. Тьфу ты, я что-то не заметил, начальника. Так. Отлично, топку уже можно делать. Что там осталось? Все, конец. Куда мы отправляемся? Окей. Продолжение следует. Вот и первая глава получается, да? Не, ну в принципе, первая глава, она была покруче пролога, конечно, но все в принципе тянется за счет этих головоломок. Вот. Не знаю, почему делать эпизодами такими... Ну, как сказать, вроде бы и долгими, но... Как сказать? Все сводится к тому, что мы должны были выбраться из этого здания и, короче, свалить на поезде. Вот. А все это осложнялось тем, что, как бы, головоломками. Вот. А так, в принципе, если просто выбираться без головоломок к поезду, и валить куда-то, то игра будет не такой долгой. Ну, в принципе, посмотрим, что нас ждет во второй главе. Третья, я не знаю, что там будет. Мы до третьей дойдем, но... Какие-то, в принципе, смешанные впечатления. Вроде бы прикольно и... Есть о чем поразмыслить, там подумать, туда-сюда, короче. Вот. Но сюжет очень быстро развивается.
50 на 50. Непонятные эти тени, чё как, не знаю, будет ли развязка во второй главе с этой луной. В третьей главе финал уже непонятно. Ну, в принципе, видно, что какой-то интересный нас ждет финал в третьей главе. Вот. Как-то так. Ну, в любом случае, спасибо, что смотрели. Затупы с головоломками были. Нет, они были интересные, но их было не очень просто решать. Это хорошо, что легкий режим стоит. И не самому с этими головоломками ебаться. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, приглашайте друзей. Не забывайте про колокольчик. Ну а с вами был Казуко Фэмили, дружочек. Всем до новых встреч и встретимся в этой игре уже во второй главе. А всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока-пока.